Андрей Воробьев обозначил вектор развития Подмосковья на ближайшие 5 лет. В областном доме правительства он выступил с обращением к жителям региона. Какие руководства к действию главы муниципалитетов получили от губернатора, знает наш корреспондент Дарья Борисова. В своей работе власти должны ориентироваться на нужды жителей. Это утверждение красной нитью проходит через все обращение губернатора. В Подмосковье люди хотят ездить по ровным дорогам, получать качественное образование, отдыхать в благоустроенных парках. Задача властей – утолить эти потребности. Но первое, что им предстоит сделать – позаботиться об обеспечении населения достойной работой. Главный вызов сегодня – это повышение реальных доходов жителей. Это первое, о чем мы слышим на встречах с людьми. Это то, что подтверждают социологические данные. Привлечение на территории муниципалитетов инвесторов и создание новых рабочих мест – вот главная задача, которая стоит перед руководителями территорий. В Люберецком округе эта работа ведется постоянно. Ежегодно здесь появляется около 1500 рабочих мест. Так сложилось, что у нас достаточно высокопрофессиональные кадры во всех направлениях, поэтому у нас есть несколько индустриальных парков, технопарки. Конечно же, у нас на территории есть, в Люберцах это отдельная тема, отдельный разговор, территория завода Ухтомского. И над этим мы думаем и тоже будем стремиться развить эту территорию. Поэтому у нас есть, будем говорить, такие анклавы, где можем создать рабочие места. Очень непростая для Подмосковья тема – здравоохранение. 40% жителей региона недовольны качеством медицинского обслуживания. Трудности при записи к специалистам, дефицит врачебных кадров, нехватка медикаментов в стационарах. Проблемы, которые волнуют население. В Люберецком округе к их решению уже приступили. Мы объединили все больницы в одно лечебное учреждение. Поэтому сегодня любой житель, неважно, проживает в Красково, в Малаховке, в Люберцах, он может получить медицинскую помощь там, где она есть или где он желает. То есть не нужно никаких направлений, потому что это одно лечебное учреждение. Кроме решения ключевых проблем, властям муниципалитетов поручено продолжать плановую работу по благоустройству территории, повышению качества образования и развитию спорта. Дарья Борисова, Алексей Курский, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.